Красноярское специализированное автотранспортное предприятие уже этой ночью выпустило на рейс 4 спецмашины. Они подсыпали подмерзшие участки дорог 2 тоннами соли. Всего у организации подготовлено 6 единиц техники. Специалисты заверяют, для такой погоды, как сейчас, этого достаточно. Уборочные авто начнут чистить город по первому зову. Предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Основную массу машин подготовят к 15 октября, началу зимнего периода. Готовим на город порядка 124 единиц спецтехники. В нее входят порядка 32 самосвалов, гидера, снегопогрузчики и комбинированные дорожные машины, так называемые, которые в первую очередь начинают устранять зимнюю скользкость на дорогах города Красноярска. Это порядка 35 единиц. В этом году для уборки улиц краевого центра закупили 14 единиц новой техники, которая в ближайшее время начнет прибывать на предприятие. Это первое обновление парка за последние 5 лет. Известно, что все машины универсальны. У них есть съемные механизмы, которые позволяют чистить дороги в любое время года. Среди них автогрейдеры, подметательно-уборочные машины, тракторы и не только. А это новая комбинированная дорожная машина. Уже в этом зимнем сезоне она начнет убирать красноярские улицы. Уникальность этого автомобиля в том, что он оснащен специальным компьютером, который и будет регулировать подачу песочно-соляной смеси. В городах и районах края тоже готовятся к осенней гололедице. В Канске с утра идет небольшой снег, хоть осадков выпало и не так много, однако дорожники насторожились и подготовили всю технику. Также здесь запаслись противогололедными материалами и реагентами. Остается ждать серьезного снегопада и выпускать спецмашины на очистку улиц. Предприятие полностью готово к первому снегопаду. То есть подготовлены подметально-уборочные машины в количестве 4 единиц, пескораспределяющая техника в количестве 3 единиц, 2 автогрейдера, ну а также снегопогрузчики, погрузчики, самосвалы и прочая техника, необходимая для содержания улично-дорожной сети в осенне-зимний период. Что касается краевых трасс, то техника для их уборки тоже готова. Подрядные организации уже перевели спецмашины на зимний режим работы. Снегоотвалы уже размещены на технике, и щетки, и комплексные дорожные машины готовы, и приобретено заблаговременно необходимое количество материалов, песок, там, не знаю, там, гравий, соль и так далее. Все это заготовлено в различных пропорциях, потому что в зависимости от погоды как бы используется та или иная комбинация соли и песка. Все службы готовы оперативно среагировать на такие погодные ненасти, как снегопад и гололедица. Однако в любом случае не стоит забывать, что безопасность на дороге зависит от каждого, кто садится за руль. Валентина Береснева, Александр Ермошенко, Леонид Юрков. Новости.